Руки вверх, шпана! Сопротивление бесполезно! А, мы не шпана! Да! Мы всего лишь подростки, мы не делали ничего плохого! Как это не делали? Это же те самые подростки, которые не берут в игру мою доченьку! Да, я хотела с ними играть! Отлично! Тогда вы арестованы! А вы арестовываете нас за то, что мы не хотим играть с вашей малявкой? Да, руки за голову! Но это же превышение должностных полномочий! Ты тут не выпендривайся, на, цепляй! Простите, тетя, не забирайте нас в тюрьму, пожалуйста. Да, простите, мы будем играть с вашей дочкой. Поздно, вы отправляетесь в тюрьму. Мам, я хочу их игрушки. Конечно, солнышко. А ну, выворачивайте карманы. У нас нет игрушек. Да, только телефоны. Молчи, блин. О, телефончики, я хочу телефончик. Отлично, телефоны на пол. И аккуратно ко мне двигаем ногой. Блин. Капец. Ура, телефончик. Что такое солнце? Телефончики разбиты. Вот уроды малолетние. Вы нафига телефоны разбили? Вы же сами попросили их кинуть. Это порча чужого имущества. Но это же наши телефоны. Вообще-то больше нет. Все, поехали в отделение. Ничего не вижу. Бежим. Ага. Быстрее! Вот же козлы! Пел! Пел! Блин, убежали! О, полиция, помогите, у меня... Обед! Что? Обед, говорю, отвали! У меня кошелек украли, вор туда побежал! Ну беги! Догоняй, я тут при чем? Ну, вы же полицейская! А ты хозяин бумажника, должен за ним следить! У меня в бумажнике 100 000, я не могу просто отдать их вору. 100 000? Что ты сразу не говорил? Ща пойду заберу. Спасибо, я с вами. А ты тут жди, я не собираюсь с тобой добычу делиться. Что вы сказали? Говорю, работать не мешай. Ну все, погнали. А ну живо ты, выворачивай карманы. Что? Я сейчас полицию вызову. Я и есть полиция. Давай, выворачивай свой кошелек и давай сюда. Вы не имеете права. Имею, мне детей кормить надо, живо. Ладно. Все, свободен. Я буду жаловаться. Ишь какой, украл бумажник и еще жаловаться собрался. Так, не поняла, где 100 000? Я ничего не воровал, там всего 100 000. Капец, не того поймала. Раз вы обознались, я свободен? Да, чеши давай отсюда. А бумажник? Мне останется, в качестве моральной компенсации. За что? За то, что ты не тот, кого я хотела поймать. Капец, хотела детям подарков накупить, а тут всё 100 000. Я пойду к вашему начальству. Да хоть куда иди, мне пофиг. Такси, такси! А ну стоять лицом к стене! А что я? Документы предъявляем. Вот, пожалуйста. Оп! Па, директор банка, деньги у людей воруешь. Я не... Ща проведем проверочку на запрещенные вещества. Портфельчик показываем. У меня все чисто. Да? А это что? Пакет с конфетами, несу детям. Сомневаюсь, что это конфеты. Возьму на экспертизу своим детям. У меня все чисто. Опа! Денежки? Хочешь сказать, что они твои? Разумеется. А мне кажется, что ты их украл. Проверю. Женщина, вы у меня уже все забрали. Что происходит? Так, а ты нашу новую игру на Google Play скачал? А какую игру? Что бы ты сделал с новыми уровнями? Нет, впервые слышу. Ну, значит, давай, скачивай быстро. Крутая игра, тебе понравится. И твоим детям тоже.
Кстати, у тебя же есть дети? Ну да, есть. Вот и отлично, дашь им поиграть. Ну ладно, как скажете. И вы давайте, скачивайте. А ты что стоишь, можешь идти. Мам, я не могу уже больше с ним сидеть. И чем тебя братик не устраивает? Спокойно спи. Он меня бесит. На помощь! Кто там орёт? Ах, на помощь! Чё, Чика, добегалась? Ха. Чё вы тут орёте? Ой, полиция, помогите! Орать хватит! Ты меня ребёнка разбудила! Да, он теперь орёт! Женёк, ну помолчи! Но меня тут убивают! Ха. Ну не убили же! Как убьют, позовёшь! Что? Мне детей домой отвезти надо! Приеду, разберусь! Сыночка, посади братика в машину! Спасибо, мать! От души! Ну чё, семки есть? О, класс! Я тоже таким хочу стать! Каким? Таким, как я? Не, как он! Сбитый ходить и людей прессовать! Как хочешь, сыночка! Вырастешь, станешь! А, мам, там собака, я боюсь! А ну живо, убрать свою шавку! Простите, не думал, что кого-то напугает моя чихуахуа! Эта мелкая дрянь чуть не искусала моего сына! Живо избавься от нее! Да, я боюсь! Она просто тявкнула, в смысле избавиться? Прямо, ты тупой что ли? Это приказ! Я не повинуюсь приказам! Как ты смеешь? Я полицейский, а ты никто! Ничтожество! Вы слишком много о себе возомнили. Полицейские должны защищать людей, а не угрожать им. А я защищаю! Защищаю своего сыночку от твоей шавки! Если ты ее не усыпишь, я ее застрелю! Вы же не посмеете! Еще как посмею! На глазах у сына? Ой, точно! Сыночка, отвернись! Нет! Нет! Как же так? Как вы могли? Я доверил вам такую ответственную должность. Я защищала детей. Вы чуть не застрелили беззащитное животное. Хорошо, что я поспел вовремя. Вы отстранены от службы. Ой, да пожалуйста, найду другую работу. На вас свет клином не сошелся. А может вы ее арестуете? Нет, вы что, у нас так не принято. Как же другие серии выходить будут? Ну да, резонно. Ну хотя бы наказать ее как-то можно. Ну, пусть уборщица идет работать. А на следующей неделе об этом видос выйдет. Капец. А ты давай, ставь лайк этому видосу и подписывайся на канал, чтобы не пропустить видео.